решили бы. Вон то место, где произошел взрыв. На данный момент известно одно. Ребята, тяжелые раненые еще есть? Надо медикаменты под дворцом спорта проходила акция в годовщину первой победы Евромайдана. Когда активисты выстроились ходой в сторону площади Свободы, произошел мощный взрыв. Много пострадавших, и на данный момент известно о двоих погибших. Активисты правого сектора говорят о машине с георгиевской ленточкой, которая подъехала прямо в тот момент, когда люди начали устраиваться в колонну. Город Харьков. Возле дворца спорта. Когда успел отойти буквально на 100 метров. Начальник мая первого сектора ВД. Да. Под Корос, начальник ВД. Да. Подъехала газель. Сейчас оказалось, то ли внутри газели, то ли под газелью оказалось. Разводим. Произошел. Куда не расходись, чтобы там больно было не собирать. Не собирать.
расходитесь, расходимся, пожалуйста. Еще могут быть взрывы. Докладки могут быть. Потихоньку. Я целый, я флаг нес в конце, поэтому... Банька был. Куда ты пошел? Кто здесь? Ребята, не только пошел. На всех. БС, туда отходишь, за дорогу. Строимся у магазина. Камень, видимо, попал. Ты тут еще или ты с нами пойдешь? Мы отходим потихоньку. Что стоять нельзя, тут это... Легко, да. Пошли, все равно, как сейчас увидишь. Повторяю в 10-й раз для тех, кто подключился только что. Сегодня по дворцовым спорта, это город Харьков, если что, происходила акция в честь годовщины первой победы Евромайдана. Когда активисты выстроились ходой, чтобы пройти до площади Свободы, они прошли буквально 100-150 метров, как произошел очень сильный взрыв. Очень много пострадавших. Известно уже о двух погибших.